Проходим 6V в очередной раз. Последнего чувачка осталось найти. Не помню его имя, но сейчас узнаем. Зовут его... Виталари. Окей. А, 6 вин, да, все они на вин. Все четко. Так. Где мы еще не были? Вопрос. Вот там. То есть по желтой фигне до туда добраться можно. Окей. Пойдемте. Чпок, чпок, чпок. И налево. Ой. Вот страсть. О, привет. Ага. Нам вниз надо, по идее. А как туда вообще попасть? Там на дощечке надо. Блин, это ж нереально. Но это снизу надо было делать. Черт, надо идти обратно. Ладно, пойдем обратно. Это просто. Так, идем вот в этот портал. Вверх, вниз. Что за фигня? А, окей. Убивает штука. Так, вниз. Надо вниз как-то спуститься. Извиняюсь. Так, теперь наверх. Мы здесь уже были, как вы помните. А, камон. Как здесь пройти?
Что-то я вообще не понял. А, господи. Я тупой. Так. Теперь надо пойти наверх. И да, наверх. Давай, какой себе будешь, такой мне. Спасибо. Во. Ложись сюда. Ё-моё. Прикольно за спидрами. Как это пройти? Ну, вообще понятия не имею. Окей. Какой-то легкий уровень. Хотя... Нет, нифига не легкий. Походу взял. А? Говняшка. Черт. Это стыд. Просто стыд. Почему не нажимается? Зацени. Я меняю гравитацию, черт возьми, неголимую. Можешь попробовать? Просто капец, прикольная игрушка. Ой. Привет. Блин, вообще не получается. О. Я, короче, тут на одном экране, помню, час зависал. Потому что там настолько тупо было. Да. Но это нереально задротская игра, я тебе скажу. Санек просто прется от нее. Ну, он же наш великий задрот, конечно. Но, блин, эта игра... Это нереально сложно. Но это кайф, интересная игра. Ее играть вообще прикольно. Вот, фу, блин. Ты ее не сохранился. А шо? А, я дощечку освободил. О, смотри. Ах, Виридиан. Ты бежал с корабля. Нет, нет, ты покинул корабль тоже. О, это так хорошо видеть тебя здоровым, что ты цел, профессор. А корабль в порядке? О, он сильно, серьезно поврежден. Но Виолетта работает
над починкой. И нам бы реально пригодилась твоя помощь, чувачок. Ох, конечно. Как бэкграунд по-русски, блин. Фоновые помехи в этом измерении помешали кораблю найти... Что? Короче, помешали кораблю найти телепортатор, когда он разбился. И мы все были перенесены, телепортированы в разные локации. В разные локации. Да, это звучит, в общем-то, все верно. Ладно, давай возвращаться нам в корабль скорее. Только после вас, капитан. Ей, я игру прошел. Я всех нашел. You have rescued a crew member, all crew members rescued. Всех освободили. О, смотри, смотри. Welcome back. Вау, где капитан Виридиан? А где он действительно? Ну, то есть мы. Ой. Hello. Кто-нибудь здесь есть? Temporary fault. Временная ошибка. Миссия называется. Смотри, Тань. Смотри. Оп, оп, оп. Клёво, да? Вообще жесть. Причём, смотри, играть. Вся, это так сложно. Хочешь попробовать? Ну я чё-то вообще булка. Ну, блин. Чё, её же играет там с чем-то? Откуда у нас Simon Dance? А это я ему, наверное, тот, который дал. Я чё-то вообще торможу. Понятно, мне не пройти. Да камон. Блин. Вообще не получается. Но прикол в том, что я капитан корабля. Ой. Ёша атакует эту хренатню. Бля, что я делаю? У меня вообще мозг танет, смотри. Лопается мозг. Вообще как-то дьявольщина. Пипец. Короче, надо спидранить. Чпок, чпок. Йо-йо. Сейв. Что? Ну, это что-то нереально сложно. Блин.
Что? Как это пройти? Смотри. Смотри. Just saying. Ага. Я дурак, потому что... Погодите. Что-то это как-то не прикольно. Во, надо в другую сторону, потому что. Блин. Ак! Ути-ти-ти-ти. Ценишь, как прикольно? Ё-моё! Так. Тут-то что делать? Теперь заново все начинать. Сложно, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Яблука. Ну, яблука. Так. Да. Тут, короче, надо просто заучить последовательность. Примерно такую. Блин. Здесь все просто. Раз, два, три. На четвертую идти. И вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет. Тоже на третью, скорее всего. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. На третью. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три. Я лох, я не успел. Грусть. Вот это грусть. Три, четыре. Так, подождите. Вот тут надо было. Муха. А, подожди. Бездарный я игрок. Ну, яблоко. Рядом.
Злость. Да ладно, я не злюсь. Таня подтвердит. Блин! Да камон! Я что-то поздно прыгаю, как... Я вообще не понимаю, что делать. Моя система не работает. Опа! Блин. По идее, это просто. Генератор стабилизации пространства в настоящий момент генерирует максимальная стабильность. Окей. Ага. Это должно быть... А, вот что должно быть является причиной этих всех помех. А я... Интересненько, а можно ли это выключить? Внимание! Отключение пространственного стабилизатора, генератора пространственной стабилизации может привести к нестабильности. И вы уверены, что хотите это сделать? Да. Точно уверена. Все измерение может сколлапсировать, то есть типа сжаться в ничто. Просто подумайте, просто задумайтесь на минутку. Вы действительно хотите это сделать? Да. Внимание. Этот пространственный стабилизатор выключен. О, что такое? Ни хрена, вот это сложно. Ха. Это адок. Блин. Он говняшка. Какашка. А, за что? Нифига себе. Вы что, серьезно? Это так сложно. Блин. Ну это очень на тоненько, я вам скажу. Что ж так сложно? Это просто дикость. Нет! Какашка. Беги. Фух. Так, а тут-то что делать? Окей. Окей. Блин.
Здесь надо ритм поймать просто. А. Чё так сложно? Короче. Здесь тупо бежим, здесь прыгаем. Никакого спидрана. Уху-ху. Это будет сложно. Это будет нереально сложно. Блин, чё, серьёзно? Я не могу туда попасть. Отстой. Так. Окей. Ага. То есть если так бежать. О, это было мощно. Камон. Да, теперь еще и выбраться отсюда. Как-то надо. Вот это шляпа. Мистер Шляпа. Это шо? Ну, это, по идее, не так. Должно быть сложно. Царь Тань тонко. Смотри. Блин. Да камон! Просто пипец. А духа. Ага. Блин. Надо просто делать фильм. Для людей с... со слабыми нервами эта игра не предназначена. Давай будем честны. Со слабыми нервами. Смотри! Смотри, я в аду в каком-то. Ах ты, коза! Вы что, серьезно? Еще и сейвов нигде нету. Вот это жесть. Долго интересно писать, как ты играешь в эту игру. А что делать теперь? Что не это ж опять делал? Бля, что? Ага. Окей. О, Господь. Я, в общем, назад иду по всем тем же путям, где я уже был. Блин. Но при этом этот чертов дестабилизатор искривляющего пространства, он... Я теперь не могу между экранами переходить. Говно! Я пропустил сейл. Да блин. Камон. Да ё-моё. Ах ты жопа. Так, что? А шо? Ну, это тонко. Ах, тьма. Ну, как это сделать? Хорошо. Ну, это...
Что-то они что-то погорячились, по-моему, да? Блин. Они серьезно? Хотят, чтобы я это прошел? Ба, какашка. Как же это быстро надо. Вот это задротчинская игра. Так. Черт. Я не успеваю кнопку нажать. После этой игры в Бишибаши вообще детский садик. Камон. Да блин. Это капец прикольная игра, особенно музыка. Я извиняюсь, что так долго прохожу этот момент, он действительно сложный. Да ёхтель-мохтель. Да блин. Да камон. Блин. Так, стоять. Это слишком просто. О, щит! Бляха-муха. Камончик. Чё-то я вообще слабачок. Такие легкие штуки не прохожу. Короче, надо ритм поймать. Все, сейчас ритм поймаю. Так, подожди. А ты, блин! Смотри. На тоненькую. Сейчас покажу, как проходит этот момент. Оп! Я нашел 9 из 20. Да, где? Вы можете сюда куда-нибудь подкинуть? Или... 9 уровень, 9 этот я взял. Колечко. Yes. Чай. Спасибо. Спасибо. Не пролил. Спасибо. Ладно, продолжим. Нифига себе, я в открытом пространстве. Outer Space. Открытый космос или что-то типа. Игра пройдена, ей! Я игру прошел. Я сделал скриншот. Я сделал скриншот еще раз. Я умер в этой игре 1239 раз. А в одной комнате я умирал 293. Я даже знаю, в какой, где я там час провел, помню. 3 часа понадобилось, Саньку 1.5 часа. Ну, задрот есть задрот, ладно. Поздравляю себя и тебя. На игру прошли. И качество. Все в сборе. Any moment now. Чпок. Ок, я вернулся. Hello.
You're right. Я знал, что ты будешь в порядке. Мы очень волновались, когда ты не вернулся назад, но... Когда ты выключил источник этих помех, мы смогли найти тебя, используя сканеры корабля, и телепортировать тебя обратно на борт из открытого космоса. Это мне повезло. Спасибо, ребята. Похоже на то, что это измерение начинает дестабилизироваться, так же как наше, в общем. А мы можем остаться и здесь, и поисследовать немножко, но в один прекрасный момент оно сколлапсирует полностью, так что осторожно. Ой, я пропустил. Что теперь, капитан? Давайте найдем способ спасти это измерение. И способ сохранить наше родное измерение тоже. Ответ где-то здесь, прям как у Малдера искали. Так что пойдем. Вот это кайф. Вот это я понимаю, игра. Еще одна игра пройдена. Вторая на PS4. Да? Дай пятак. Можно даже, пока заставка, чайку выпить. Прикольно. Ну, это офигенно крутая игра. И музычка вообще знатная. Народ постарался. Вам спасибо за игру. За такую замечательную игру. Аня, посмотри в камеру, я сделаю скриншот. Скриншот готов. Интересно, мы будем там на камере? Ух ты, смотри. Картинка какая-то. Забавно. Марики, они счастливые. Каждого из них зовут на букву Ви. Нафига у них целая рок-группа. Прикольно. Вообще красавчики. Забавно. Congratulations! Your save files has been updated. Если вы хотите продолжить исследовать игру, просто нажмите продолжить из меню. Ей! Мы прошли игру. Прикинь. Вот это забавно. Play mode, Secret Lab, Unlock Play mode. Player levels. Тут
Где-то должен быть уровень выживать минуту. Интересно, где это? Secret Lab, может? Вообще непонятно, я не помню, где это. Ну ладно, игру прошли.